активно понеслась. Далее. Это женщина? Это мама. Мама этого мальчика, которого... Не этого, она 11-летнего, который чуть постарше. Мама какого-то мальчика. Ладно, Володя, пусается в развороты. Пусается. Пусается, еще разворота и все, что ты задеваешь. Класс. Женя же уже поинтересовалась, как они так... Ребенку дали мотоцикл. Да? Ага. Говорит, так как на день рождения подарили. Шерстистые, слава. А у них же тоже сын. Даша. А, прекрасный поворот направо. А ребята на своих детей не учат? Нет. У них дочке 11 лет. Жизнь, классно. А, уже поздно. Представь. Ну, она девочка. Да, девочки редко. Особого интереса. Да, особенно здесь присутствующие девочки редко есть. И нет, этот, здесь именно присутствуют девочки, которые видят. Наша, кто с нами ехал. Который с Олегом. Ага, мотор же Мухана. Какого? Водителя? Пришла до нас. Нет, на мотоцикле. Максим. Тоже проехал, молодец. Все-таки дострадал. Мы же снимали его. Засекаем час, и потом у каждого участника есть два заезда для того, чтобы показать. То с кем вы придумываете? О, на этот, который много разговаривает. Даже не разговаривает. Стандартная ситуация, это больше всех разговаривает. Вы на 41, 50.